Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Сейчас Агата Муцениеце отдыхает на Мальдивах. После расставания с Павлом Прилучным актриса пока не наладила личную жизнь, поэтому отправилась на курорт в компании сына и дочки. А вот ее экс-супруг еще до вступления развода в законную силу закрутил новый роман. Любовницей мажора стала звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Агата не комментирует отношения бывшего мужа с нынешней избранницей, однако за нее это делают поклонники. Стоит Муцениеце лишь косвенно напомнить о Прилучном, фанаты раздувают тему чуть ли не до возобновления отношений. Сегодня актриса в очередной раз спровоцировала шквал комментариев. Она опубликовала фото, на котором похвасталась новыми украшениями, кольцом, напоминающим помолвочное, и браслетом с буквами АП, соединенными сердечком. Колечко на память колечко, лаконично и туманно подписала снимок звезда. Однако фолловеры обратили внимание не на кольцо, а на браслет, быстро связав украшение с Павлом. Что это именно Агата и Павел, потому что между именем и фамилией сердечко не ставится, тонкий намек. Может еще сойдутся с Пашей, браслетик огонь, кто-то Карпович побесится, хотела бы с фамилией, заказала бы с буквой М. А это прямой намек Паше, написали они. В комментариях Агата попыталась утихомирить фантазию поклонников, заявив, что на браслете ее инициалы и не более того. Однако большинство пользователей сообщило, что осталось при своем мнении. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.